О чем можно думать, когда над головой проносится ракета и с грохотом врезается в стену, оставляя на ней черное пятно? Да много о чем. О том, что хорошо, что ракета была одна, и плохо, потому что она, скорее всего, не последняя. И пусть это знак того, что кто-то желает вам погибели, взрыв был довольно красив, а то, что этот некто промазал, говорит о том, что он тоже несовершенен. А стало быть, мы еще повоюем, мы еще покажем всему свету, что не шотганом единым жив человек. Время идти домой, но нет никаких сил оторваться от монитора. Осталось продержаться всего 3 минуты, и команда синих это понимает не хуже тебя, и атакуют они с возрастающим остервенением. Их всего 4, но стоят они целой бригады, еще бы, ведь я сам их натаскивал, точнее настраивал. Я всего лишь хотел сделать игру интересней, сделал на свою голову, и теперь эта голова довольно неуверенно чувствует себя на плечах, видимо понимая, что лишиться привычного местонахождения можно очень быстро. Трудно бывает простому морскому пехотинцу, на котором то и дело испытывает мощность своего оружия все, кому не лень. Но таких, как ты, еще 3, и они тоже сильны. Они тоже знают, как заставить врага жалеть о своих ошибках. Вот один из синих решил, что он номер 1 в этой схватке. Он подобрался очень близко, видимо знал, что мне тяжело контролировать такое большое пространство. Он почти достиг своих целей, но не знал лишь того, что его уже заметил мой электронный компаньон с шоковой винтовкой. Последнее, что видел синий, голубая вспышка, такая же яркая, как и его форма. Все это называется Assault, одна из разновидностей сетевой игры, представленной в новом творении Epic Games, именуемом Unreal Tournament. Преимущества нового соперника нетленного шутера были налицо. Первым плюсом Unreal было меню. Оно позволяло настраивать буквально все, причем одновременно. То есть оно организовано в виде закладок, между которыми можно переключаться, а также открывать параллельно другие окна. Сама игра представляет собой стандартный Deathmatch. Тут отличие от Quake незначительны. Но не стоит сразу кидаться в игру. Самое интересное находится как раз в пункте меню Start Practice Session. Помимо простой перестрелки, ориентированной на массовое истребление противника, существует еще целых 5. Во-первых, все тот же Deathmatch, только в команде. Все то же самое, только убивать можно ровно половину из присутствующих. Assault — наиболее занятный вариант сетевой драки. Почувствуйте себя героем боевика про спецназ. Есть 2 группы. Одна из них должна прорваться в определенное место на карте за некоторый отрезок времени, другая должна сделать все возможное для того, чтобы этого не случилось. Независимо от исхода поединка, по истечении отведенного времени группы меняются ролями. Domination. По карте раскидано 3 точки. Ваша задача — не дать врагу перекрасить их в свой цвет. Уже не важно, сколько вражеских ботов вы настреляете, главное не дать им занять территорию. CTF. Старый добрый Capture the Flag, знакомый еще со 2-го Quake'а. Все проще некуда, найди флаг противника и принеси его на свою базу. Попытка засчитывается только если ваш флаг стоит на месте. Основное отличие этой зорницы от Quake'овской — несимметричность карт, то есть места расположения баз иногда серьезно отличаются друг от друга, что добавляет игре определенную прелесть. И, наконец, Last Man Standing. Приказано выжить. Если в стандартном Deathmatch вы набираете очки, то здесь очки нужно снимать. Дается 30 попыток, никаких аптечек, все оружие есть изначально. Потративший все попытки выбывает. Выигрывает тот, кто перестреляет всех своих соперников, сохранив при этом хотя бы 1 очко. Бытует мнение, что играя в Last Man Standing, можно просто спрятаться, подождать, пока эти бестолочи поубивают друг друга, а затем бодро выскочить на победителя и красиво его добить. Если вам придется столкнуться с человеком, который это сказал, подарите ему взгляд полный презрения. Если он будет спорить, вот ваши аргументы. Боты в Unreal не такие бестолочи, и найти вас, такого умного и прячущегося, им совсем не трудно. И какая радость прятаться, когда вокруг все весело носятся, постреливая друг в друга из всевозможного оружия и получая столько удовольствия, я лично объяснить не могу. Играя с ботами, прятаться скучно, играя с людьми просто нечестно. Конечно, вы имеете шанс выиграть, но вряд ли вас будут уважать ваши противники по ту сторону сетевого шнура. Оружие — это вообще, как принято говорить, отдельная песня. Это даже не песня, это симфония, это концерт Чайковского для фортепиано с оркестром. Во-первых, оружие этого целых 12 разновидностей. Фанатам Quake 3 Arena мы безжалостно напоминаем, что предмет их обожания имел всего 7 видов пушек весьма убогого дизайна. У каждого оружия в Unreal Tournament есть 2 способа ведения огня, значит в итоге мы имеем примерно 24 способа уничтожения всего, что бегает. Обратите внимание, ракетомет стреляет только после того, как вы отпускаете кнопку мыши. Подержите кнопку нажатой подольше и полюбуйтесь на результат. Очень полезно при игре каждый сам за себя. Оружие несколько непривычно, и сначала не всегда знаешь, как использовать ту или иную штуковину диковинного вида. Но это быстро проходит, остается только детская радость от свободы выбора. Тех, кто фанатеет от так называемых культовых боевиков, Порадует возможность брать сразу два пистолета. Истинно гангстерский приемчик. Смотрится очень круто, и при определенном навыке можно запросто уложить одного-двух противников. Но никакое оружие не заменит хорошего друга, который всегда будет рядом и пойдет с вами до конца, невзирая на то, что вы можете оказаться неправы. Немногословный и верный старина бот, тебе пою свою я песню. Сколько раз боты закрывали меня собой, обрушивая на врага настоящий ураган огня и свинца. Они могли действовать в зависимости от ситуации. Бывали даже случаи, когда бот выполнял основную задачу миссии, в то время, когда ваш покорный слуга изо всех сил отвлекал на себя внимание противника. И самое главное, боты допускают ошибки, даже если вы установили самый высокий уровень сложности. Вспомните третий Quake Arena, где на самом деле было два уровня сложности всего. При первом боты вообще забывали воевать, а начиная со второго уничтожали вас так, что ставить третий уровень просто не хотелось. Конечно, в отличие от Quake 3 Arena, в Unreal Tournament не так много моделей, но внешне они выглядят гораздо более стильно. Кстати, это же слово вполне применимо и к дизайну уровней. Вы не встретите диких контрастных цветов и буйства красок с картины неизвестного художника «Дискотека в цветущих джунглях». Я уже чувствую на себе испепеляющие взгляды почитателей одной трехмерной игры, третья часть которой недавно вышла, и все-таки я позволю себе высказаться. Уровни в Unreal гораздо лучше. Везде чувствуется опытная рука человека со вкусом, и явно человек этот не один. Лабиринты выглядят очень живо и красочно, но ровно настолько, насколько это необходимо, и при всем при этом игра работает гораздо быстрее, нежели хваленый третий Quake. Помимо всевозможных видов веселой беготни с тяжелыми и не очень видами оружия, существуют всевозможные модификаторы, которые можно накладывать на ту или иную игру. Носят они дурацкое название мутаторы. При помощи мутатора можно отключить на карте тот или иной вид оружия, добавить новый комплекс вооружения, а также сделать многое-многое другое. Мутаторов существует великое множество, рекомендуется попробовать их все, к тому же выходят постоянно новые. Возможно, кое-что вам понравится. В целом, поиграв в Unreal Tournament, возвращаться к третьему Quake'у уже нет никакого желания. Правда, специалисты утверждают, что сетевой код для игры в интернете гораздо грамотнее написан именно у него, у третьего Quake'а. Но этот недостаток, мы надеемся, будет исправлен и в Unreal Tournament. А вот избавиться от ощущения, что последнее детище ID Software рядом с Unreal смотрится так же, как фургон мороженое рядом с дорогим спортивным автомобилем, весьма трудно, поверьте мне на слово. Говорить о звуковом и графическом оформлении игры в целом я не буду, вы все прекрасно видите и слышите на своих экранах. Спасибо, фирме Абак.